Доброе утро, моя любимая страна. Добрый ранок, Украина. У нас сегодня новый друг. Зовут его Тедди. Тедди приехал на плановую операцию. Операция по кастрации. Тем, кому интересна данная процедура, не переключайтесь, продолжение следует. Идем вперед. Как я всегда говорю, все будет отлично. Тедди находится сейчас в послеоперационном боксе. Почему? Потому что мы его готовим к основной процедуре. Поставили уже вену катетер, ввели его в седацию и готовимся к операции. Идем вперед и продолжение следует. Тедди отдыхает, и его достоинство, как иногда говорят люди, находится перед вами. Что такое кастрация? Это удаление половых желез. У мошоночки находится одно яичко и придаток, и второе яичко и придаток. Операция, которую мы сегодня проведем, будет заключаться в том, чтобы мы их удалили. Вот так вот удалили. Как это будет происходить? Методик много разных. Сегодня будет вот здесь маленькая точечка, маленький прокол, через который мы удалим оба яичка. При этом мошоночка останется на месте. Здесь будут косметические швы, которые через 2,5-3 недели сами отпадут. Красавчик Тедди уже находится в операционной, на операционном столе. И я бы хотел бы вас попросить, чтобы вы держали кулачки, чтобы у Тедди все было отлично, чтобы его история только продолжалась, чтобы он радовал своих владельцев как можно дольше в этой жизни. Идем вперед, и продолжение следует. Наша операция подошла к концу. Красавчик Тедди я легко и просто перенес. Сейчас его перемещаем в послеоперационный бокс. В эту ножку подключим капельницу и будем выводить его с наркоза. А также будем набирать владельцев, рассказывать, что все прошло хорошо, чтобы больше не переживали и приезжали к нам за Тедди в назначенное время. Красавчик Тедди уже в послеоперационном боксе потихонечку просыпается. Наша история продолжается. Наш красавчик, вот он, посмотрите. Пришел в себя. Вот такой вот парень. Значит, сделаем сейчас ему все необходимые препараты и будем готовиться к выписке, как говорят в гуманной медицине. Ожидаем владельцев и расскажем, что все у нас отлично. Красавчик. Наша история подходит к концу. Красавчик Тедди смотрит вдаль, когда же за ним придут владельцы. А они придут с минуты на минуту. И на этом наша история заканчивается. Всем спасибо, что держали за нашего красавца кулачки.